Металлическая пружинка отличается от обычной тем, что ей интересно играть даже деткам постарше, то есть после 7-8 лет. Она все действия свои делает с большей скоростью. Она вот так вот, как будто светится, очень красиво отображает на себе свет от лампы. В общем, она тяжелее в руках, но играть ею как бы интереснее. Она сделана из нержавеющей стали. А это видно даже так вот невооруженным глазом.